Знакомливость чувства, когда не знаешь, проснулся ты или спишь. Многие люди предпочитают жить в матрице своих иллюзий. Они не видят правды такой, какая она есть, и они живут в пустоте. Но есть люди, которые хотят жить в реальности. Главное в реальности то, что она настоящая. Живите настоящей жизнью. Чем в церковь входить, лучше бы выкупить чего-нибудь. Зачем походить? Или там детально станцию лучше выключил, чем Библию читать.
И тем не менее, почему-то христиане уже 2000 лет держатся за то, что, за то, во что они верят. И не только... Я приблизительно сказал. И не только они выдерживают, когда им говорят, дураки, мол. Да? Христиан не мучили и били, и даже убивали за то, что они христиане. И они почему-то от этого не отказывались. Видимо, что-то есть. И что-то происходит, когда человек молится, когда человек в храме, когда человек читает Евангелие. Видимо, это все-таки реальность. Причем реальность такая, которая больше, реальность такая, которая оказывается для людей важнее, чем благополучие иногда, чем желание всем нравиться. Это какая-то реальность очень, очень реальная. И у нас, у всех христиан, у нас есть возможность получать послание не только от Нео, и не только один раз, а сколько угодно раз мы можем получить послание, причем от самого, что у нас есть реального, от Бога. У нас есть Евангелие, которое мы можем когда угодно, желательно в каком-то спокойном расположении духа, не на бегу между двумя важными делами, а как-то вот в тишине открыть и прочитать. Когда в каждом городе был свой князь, и как бы самого главного князя не было, просто был самый старший и самый уважаемый. Его называли великий князь. Постепенно великими князьями стали вот владимирские князья. Поэтому вот он, собор, вот этот успех, он долгое время был самым главным собором во всей Руси. То есть